Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Bomb Slinger. Так, заберем с тобой три самоцветика. Отлично. Так, ага, у нас еще ящики тут созрели. Понятно, это прыжок. О, луч. Луч, ребята, естественно, пойдет у нас на прокачку. Ну-ка. Бомбочка на прокачку. Так. Великолепно, я тебе скажу. И здесь у нас опять прыжок, опять бомбочка и 63 монетки. Так, 660 монеток. Пу-пу-пу-пум. Ну, я думаю, что луч стоит прокачивать, потому что им частенько пользуемся. Так, 6 уровня. А сюда, наверное, не хватает. А, хватает. Хватает, ребята. Ну, в принципе. Ну, этот давай с тобой прокачаем, так уж и быть. Опыт-то, главное, идет к нам? Идет. Ну что, поехали, друзья мои. Ищем, ищем противничка, который будет сейчас у нас получать свистульку. Ну, точнее, звездюльку, но я уж так, мягко говоря, свистульку. Так, ага, ага, прибыло тут. Ну что это такое? Ну давай еще в поединках такое устрой мне. Так, мне не нравится, ребята. Нет, тут вроде бы норм. Нет, не норм. Хотя, что-то все равно какое-то подлагивание чувствуешь, да? Ой, ребятушки. А что это такое? Я поставить-то поставил, а? Нет, 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 нет. Это сейчас я улечу сюда. Блин. А что это за... И отсюда, чтобы духу здесь не было. У меня нет прыжка, к сожалению, ребят. А если мы вот так вот? Ауч! Обидно. Обидненько, ребята, это было. Что он сейчас придумает? Он может спрыгнуть. О, даже как. Он хочет сюда. И бомбочки навесиком сюда, ко мне. Хорош. А если, например, сделаю прыжок? Прыжок и бомбу я могу сделать? Нет, у меня всего 2 хода. А, 4. Ну так вот, предположим, я сделаю прыжок. А как сделать так? Блин, ладно, пускай хотя бы так. Блин, я думаю, а как делать, не знаю, прыжок и сразу же активировать этот? Я что-то не понял. Прыжок, лазер и тройнуха. Вот смотри, как вот он сейчас это сделает, ребят. У меня так почему-то не получилось. Готов. Мы выиграли этот поединок. Я вам скажу, очень даже неплохо получилось. За исключением, если бы я, конечно, друзья мои, не лопухнулся. Так, игра, ты чё там? Ну, здравствуйте, она еще и зависла у нас. Нет, ну это-то все работает. Джижизарик. А,
А можно как-то перезайти в игру, блин? Или что, надо выходить обязательно? Ладно, придется выходить. Так, ну что, друзья мои, мы с вами получили первый наш ящичек. У нас еще три ящика с вами есть на запас. Непонятно, с какого перепуга она вдруг подзависла, игра. Но я изначально говорю, что-то она как-то начала подлагивать, очень странно. Но здесь, благо, все нормально, идет чисто. Ладно, посмотрим сейчас, к чему тут все это приведет. Блин, мне эту мину надо было поменять. Подожди, 3 на 3? А-а-а. Так. Куда, сюда, что ли? Туда? Ну, это глупость. Хотя... Слушай, смотри, еще бы чутка, и у него бы все получилось. Good luck. Ну, good luck. Good luck, ее просто. Так, а вот неплохо сыграл, да, неплохо сыграл. Ой, ребята, это что-то с чем-то было. Я пропускаю ход. О, нет. О, да, парень, о, да. Так, он решил, ага. Как прыжок-то сделать? Вот. Ну, это ты, конечно, парень, погорячился. Мы готовы, да. К сожалению. Как тусенок, вот, честно говоря, вот, в данный момент вот, не в тему вот это вот. Угу. Я, наверное, хильнусь. А. Блин, нет, тогда не будем. Ну что он тут? Вот что ему здесь делать? Навесиком не вариант. Но это глупость. Это глупость, которую. А я сейчас ему днище здесь, ребята, разбомблю, и он улетит. К чертовой бабушкину кличке. Он полетит в воду. Сейчас посмотрим. Ага. Ну, это ты хорошо с одной стороны сделал. Если я прыгну вот сюда, я улечу к чертовой бабушке на эту или нет? Подожди, давай мы посмотрим, как все-таки сделать, например, прыжок и этот. Я не могу просто, ребята, вспомнить. Черт бы тебя побрал, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Я в шоке. Я в шоке, ребята, от этих игр. Игра, ну давай, ну что это за... Ребят. Ну что опять-то, ну... Она не хочет у меня этот. Я что, так и буду каждый поединок? Ну тот же мы с тобой выиграли. Тут в том поединке ничего не глюкнуло. А здесь почему-то, ребят, вот... Такая чепуха получается. Так, друзья, давайте-ка мы, наверное, нажмем на открытие. Мне не нравится вот эта вот фигня, которая сейчас происходит. Выигрываем бой. Все. И продолжения нету. Че, я буду так после каждого поединка перезаходить в игру? Это, по-моему, ребята из Kiss, да? Лицо. Блин. И он ходит первым. Молодцы. Он сейчас меня просто скинет и все. Да? Сюда вот кинет рядышком бомбочку. И я улечу в воду. Халява просто, ребята. Где отсюда?
Но мне-то отсюда будет проще его забросить. Так, а вот это что-то новенькое. Что это такое, ребят? Откинь-ка ему туда. Блин, никак. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья мои, никак. Да какое там? Да ну нафиг еще. Вот что я сейчас сделал, ребят, тут двойное убийство. А, прыжок. Ух ты. А что он делает-то? Надо вверх прыгать-то. Красавчик, просто красавчик. Ну, лови. Ой, блин, ребят. Это тупее я не видел. Смотри, здесь все. Здесь, вот когда я проигрываю, здесь нормально. Когда я выигрываю, у меня нету продолжения. Это бред. Ребята, это бред. Ну что это за фигня такая? Рэй Винс и замирает игра. А как проигрываю, так все. Как будто... Блин, я же хотел этот глаз убрать, эту мину. Блин. Он ходит... А, я хожу первым, да? Тупо. А что поделаешь? Молодец, умница. Ай, надо было его, чтобы он улетел отсюда. Ну давай я сделаю вот так вот для начала. Твою налево, он же бомбочку туда скинет. Попробуем полететь. Полетел. Сейчас вот сюда вот что-нибудь скинет. А, нет, сейчас не он ходит. А этому тяжело сейчас что-то тут предпринять. Он в такой довольно щекотливой ситуации. Так. Блин, это фигня, это не годится. Блин, я так могу себе ее закинуть. Ну что ты сделал, Рэй? Если он сейчас кинет сюда бомбочку. А он ее скинет, да? Все, распрощаемся с птичкой. Да, я думаю, я выживу. А вот он нет. Окей. А вот что этот будет здесь думать уже, кумекать? Молодец, дурик. Сыграл на меня, грубо говоря. О, ну неужели, наконец-то. Наконец-то начало работать. А до этого просто беда какая-то. Так, друзья мои, у нас тут... Опа-на, как ты так... Давай открывать. Что у нас тут? Новая карта? Оу. Вот это я возьму, ребят. Вот этот вот лазер, мы видели, что он делает. Он прошивает. Прошивает территорию. Так, и новый скинчик. Муха. Ну, не муха, это пчелка. Это, друзья, пчелка. Так, где моя дека? Вот это убираем. Это ересь. Это тоже убираем. И берем вот эту прошивалку. Вначале мы ее прокачаем. Так, я еще могу разочки поднять левел.
Дамага она наносит 43. Так, и у меня еще есть одна свободная ячейка. Давай сюрикен использовать, все. Ребят, сюрикен, чем хорош сюрик? Если, например, враг рядом с тобой. Ну, тут, когда рядом с тобой враг, хорошо, вообще лучше бейсбольная бита. Потому что так ты наносишь урон врагу, по себе не получаешь. Ну и сюрикен тоже, ребята. Он может и навесиком, как говорится, и все. И тоже не получаешь от этого урон. А вот от всяких бомб и лазеров и тому подобное, ты, к сожалению, можешь и себя травмировать. Как-то так. Ох ты, 100-летняя бумага на голове тут. Ну, нормально. Я даже не посмотрел, ребят, какого он уровня, если честно. Не успел. Ох, кто ходит первым? Да, конечно же, противник ходит первым. Ну, блин, такая хорошая позиция. Да и здесь тоже, в принципе, неплохая. Он меня сейчас может, ребята, выкинуть. Две бомбы. Ну, с одной промахнулся. Или это специально так задумано? Вообще рванет. Прикинь? Да куд! Рей, рей! А мне здесь делать нечего, ребят. Я могу только вот так, наверное. Не очень удачно я встал. Он лазером хочет прошить и меня, и себе. Ну да. Понимаешь, если бы я ходил первым, а тут бы я победил. Ну, я бы победил, потому что я это знаю, друзья. А так как он сходил первым, ну ты видел, что произошло. А такого не должно было быть. Для него слишком удобную позицию сделали. Капибара, Спуди, Пизель. 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 Ну вот. Так, он что, хочет выпрыгнуть отсюда из сюрикен? Гад. Прикинь, это что у него там за сюрик прокачанный, что... Просто меня с удара, ребята, вынес. Я могу только прыжок и бомбу сделать. И я еще рядышком встал здесь. Угу. Капибара. Все это хана, ребят. Выжил! На тебе. Чух! Повезло! Ты что такое? Запикселилось там у него. Что-то клейм. 50 монет. Блин, жалко, что я больше чемоданчиков, ребят, не могу собирать. Бесплатно 30 монет заберем. Ну что ж, друзья, тогда, тогда мы на сегодня будем закругляться, наверное. Ну, так вот получается, раз что у нас все это забито. Я, естественно, буду заходить в игру периодически. Я захожу в игру, кликаю, когда проходит там один час, и все ящики, а потом мы их всех скопом открываем. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.